Vida de ninguém é difícil, é difícil, Vida de nego é difícil, é difícil, porque. Vida de nego é difícil, é difícil porque. Eu quero morrer de noite pra tocar e me matar Eu quero morrer de açoite Se tu Vida de nego é difícil, é difícil porque. Vida de nego é difícil, é difícil разработав совместно с коллегами из отдела информационной безопасности план действий, приступили к его выполнению. Запустили ролик, в котором мы с Петровичем, изображая Нас... полных профанов, без аргументов, фуфлим лоты и дабы не вызвать излишних подозрений у проходимцев, начали с ебы и только затем переместились на мешок. Приманка сработала и фуфлырядчики засуетились как ошпаренные блохи. Отслеживая размещение ссылок и репосты роликов, вышли на сайты, а также группы в соцсетях, где кучкуются фуфлорядчики. Оставалось проанализировать связи и получить результат. Столица Станиц славится гостеприимством и количеством переехавших в рай а мигранты привозят с собой самое ценное, в том числе и способы заработка. В местах продажи различного барахла стали попадаться столовые приборы, серебряные и совсем не серебряные, с клеймом КФ. Станичный подворовой опрос позволил довольно оперативно получить адресок чеканчика фальшивок. А направленный казачий разъезд отыскал чеканчика и после убедительного предметно-инструментального диалога изготовитель подделок предоставил орудие преступления и продемонстрировал

ли ему. Ну что, в крови что ли? Чеканчик ноздрю хотел спрятать, поранился. Чеканчик фуфлориата на некоторое время потерял инструмент, желание и физическую возможность оставлять следы фальшивого фаберже на подделках. Ударник представляет из себя часть сверла с вырезанными на торце буквами «КФ». Для изготовления такого ударника требуются специальные инструменты, микроскоп и профессиональные навыки резчика. Фальшивое клеймо досталось чеканщику по наследству, и переехав на юг, он решил продолжить поддельный бизнес. Однако плохо рассчитал объем и скорость распространения информации, так как для столицы станиц и одна ложка Фаберже уже событие. В ролике с ребусом я заострил внимание на остатках белой субстанции в щелях и углублениях фальшивых предметов, чем вызвал саркастические комментарии отдельных зрителей и язвительные насмешки лжеэкспертов антикфорума. И дабы развеять сомнения скептиков, покажу вам следы этого белого вещества на ассортименте лотов различных продавцов фальшивок. Параллельно буду обращать внимание на другие идентичные признаки подделки. В процессе монтажа ролика я получил судебную претензию фуфлориатчика с мешка. Претензия На вашем YouTube канале опубликован видеоролик фуфлориат на площадке мешок. В данном видеоролике показан графин. Кроме того, в вышеуказанном ролике отображена страница пользователя сайта Мешок Лавкавк. Страница Лавкавк создана мной на сайте Мешок. Графин, показанный вами на вышеуказанном ролике, является подлинным предметом антиквариата, выполненный из серебра 84-й пробы в Российской империи. Сведения, изложенные вами, не соответствуют действительности, наносят вред и порочат деловую репутацию. На основании требую удалить видеоролик и записать опровержение, которое опровержа... опровергает вышеуказанные сведения с уточнением страницы пользователя Лавкавк на сайте Мешок в течение 10 рабочих дней. В случае невыполнения настоящей претензии будет направлен иск в арбитражный суд Краснодарского края, содержащий в том числе требования о возмещении убытков, причиненных распространением ложной порочащей чести достоинства информации. Поэтому подробнее укажу признаки поддержки Отделки на примере этого графина и других лотов Лавкавка. Старинный большой графин, декантер, кувшин, хрусталь, серебро 84, проба ВН, серебряный ампирный Фаберже. Государственное клеймо на графине – фальшивое. В клейме у девушки в кокошнике при изготовлении деформировалась линия затылка, и фуфлорядчики инструментом безуспешно попытались вернуть ее на место. Голова имеет форму неправильного многоугольника, а глаз девушки сливается с контуром лица. Под цифрой 8 виден еще один дефект производства – цифра 8. У клейма с отсутствуют четкие контуры от удара. Буква «Н» съехала с нижней линии и слилась с разделяющей точкой. И снова по всей площади предмета в щелях и углублениях остатки белой массы. Подобные дефекты весьма характерны для фальшивок и будут встречаться далее. Вот такой сей предмет я увидел в витринке. У меня глаза загорелись. Я думал, что предмет серебряный, потому что такая гладкая, шикарная патина, как на серебряных изделиях, но они и на, не на посеребренных изделиях встречаются. Вот здесь надпись «Чемпиону Динамо по пятиборью» 1944 год. Война, но люди спортом занимались. Вот, фамилию как бы не показываю. Вот, надпись. Видно, да, надпись? Вот, сам предмет. Ну, в шкатулку я там положил импортные монетки. Вот, шкатулка производства, так, сейчас скажу у производителя, Варшава, Плевкевич, вот, в период э, до 1917 года, до революционной России, Польша входила в состав России. Вот, они делали предмет из латуни и серебрили, вот, был бы сереб... предмет прям в серебре, было бы, ух! Но так тоже очень хорошо. Спасибо человеку, что он нам его продал. Диалект коренного москвича в пятом поколении нашел свое отражение в дарственной надписи на фальшивом антиквариате. Мастеру удалось превратить подделку в шедевр. Отдельные символы в надписи не подлежат расшифровке. В слое Пятиборью допущена грамматическая ошибка. И, кроме того, подобная шкатулка довольно сомнительный приз для общества, отрицающего капитализм. По всей площади предмета, в щелях и углублениях остатки белой массы, как признак технологии производства фальшивок. Гальваническое серебрение изделия выполнено сверху по рытвинам и царапинам на поверхности. Клеймо производителя деформировалось при изготовлении и брак устраняли набивкой новых букв. И снова диалект коренного москвича вносит корректировки и польская фабрика «Волска» Меняет свое название на непонятное чередование согласных букв. С одного рубля на аукционе, так что пишите, пришлем ссылку, участвуйте, если вещь вам интересен. Следующий лот «Ловкавка». Старинный хрустальный кувшин братьев Грачевых, хрусталь, серебро, 84, пробы, дворянская корона, вензель, БГ. Сразу бросается в глаза... Кривая ручка. Серебрение изделия выполнено сверху по рытвинам и царапинам. Золочение свежее выполнено сверху по царапинам и стертой пробе. Клейма фальшивые с остатками белой субстанции. Металлическая часть приклеена сверху на рисунок изделия. В горле кувшина выглядывает необрезанная часть вазы, из которой эта фальшивка изготовлена. Графин, кувшин, петербургский морской яхт-клуб, пмяк, вымпел, серебро, 84, проба, хрусталь, императорский топ. Дефективный значок на цепи создает такой же кривой провинанс этой фуфлямбы. Ручка со следами выступающего клея приклеена непосредственно в рисунок. По всей поверхности предмета рытвины, характерные для гальванокопий плохого качества. Золочение внутренней поверхности крышки выполнено сверху по и царапинам. Государственное клеймо и именик ювелира фальшивые. Старинная серебряная карандашница серебро 84 пробы подставка в русском стиле ампир морозов поставщик. В щелях все те же остатки белой субстанции. Золочение выполнено сверху по рытвинам и царапинам. Клейма и именики фальшивые. Поверхность карандашницы рыхлая. Для сокрытия дефектов производства покрыта химической патиной. Старинная дворянская серебряная ваза герб рода Тишининовых, серебро 84-й пробы, Москва, 1848 год. Золочение вазы выполнено порытвином и царапином. Вся поверхность вазы рыхлая со следами грубой механической обработки, которые скрыли химической патиной. Государственное клеймо и именик ювелира фальшивые. Старинный серебряный молочник, серебро 84-й пробы, 19 век, царская Россия, штихель, русский стиль, рушник, АГ. Рыхлая, покрытая раковинами поверхность предмета, закрашена химической патиной, скрывающей дефекты, и остатки белой субстанции. Государственное клеймо и именик ювелира фальшивые. Старинный серебряный чайник 84-й пробы 1826 -го года, серебро, огненное золочение, ртутное, дольки, русское, 19 В. Вся поверхность чайника покрыта рытвенными, замаскированными химической патиной. В рельефе крышки остатки белой субстанции закрашены. Золочение выполнено сверху по рытвинам и царапинам. Государственное клеймо и именик ювелира фальшивые. Дно чайника грубо вварено, а поверхность дна покрыта раковинами и дефектами. Старинный серебряный кофейник серебро 84-й пробы Москва 1825 год. Чайник цветок, крышка, золочение, ручка топ. Признаки подделки те же, что и у предыдущего чайника. Кроме белой субстанции в щелях фальшивок, еще один характерный признак подделок ⁇ густая химическая патина, скрывающая дефекты производства гальванических копий. Старинная серебряная ваза хлебников ⁇ Серебро ⁇ 84-я проба ⁇ Хрусталь ⁇⁇ Хрустальная девушка ⁇ Жница ⁇ Аллегория ⁇ 19 ⁇ этот лот ярко иллюстрирует, как можно обычную цветочную вазу при помощи нехитрых манипуляций превратить в раритет. В подставку с фальшивым клеймом и характерными признаками фуфлориата в виде различных раковин на поверхности густой патины вставили непродаваемую вазу со сколами. Уловкавка в продаже также и запчасти для создания фальшивых раритетов своими руками. Старинный серебряный ободок, оправа 25 см, серебровый 84 пробы царская россия артель грачев фаберже ваза у ободка характерные признаки подделки рыхлая с раковинами поверхность и густая химическая патина скрывающая дефекты а если подобрать к ободку с фальшивыми клеймами подходящую емкость то вполне может получиться фуфлоритет ручной работы Рыбный набор эгоист. Серебро 84-й пробы. Овчинников, серебряный штихель, щука, рыба, царская Россия, империя. В углублении клейма закрашенные остатки белой субстанции скрывают глубокие раковины. Поверхность изделия рыхлая с крупными порами. Для сокрытия дефектов изготовления на поверхность изделия умышленно нанесены идентичные насечки на поверхность. А кроме того, на предметах из одного набора стоят абсолютно разные фальшивые клейма разных лет. Старинная большая икона, Архангел Михаил, избранные святые, доска, оклад, царица, живопись, царская. По всей поверхности оклада в щелях и углублениях остатки белой массы, скрывающие дефекты производства в виде сквозных отверстий. Старинный серебряный подстаканник серебро 84-й пробы, штихель. Пейте на здоровье, русский стиль, орнамент. По всей поверхности подстаканника глубокие поры и раковины клейма фальшивые в надписи «Пейте на здоровье» допущены две ошибки. В слове «Пейте» буква «Ф» вместо буквы «Т» и в предлоге «На» вместо буквы «А» буква «Я». Старинная серебряная стопка наперсток, серебро 84-й, 900-й пробы, Европа, царская Россия, пословица, эмаль, лот, поверхность предмета пористая, с раковинами, характерными для гальванокопии. Клейма фальшивые. Очевидно, что для безграмотных фуфлорядчиков и современный русский язык достаточно сложный, а попытки изобразить на фальшивках текст старорусским шрифтом приводят к полному конфузу. Надпись на персточек «Мал выпьешь, будешь удал» содержит грамматические ошибки, не всегда заметные даже для носителей русского языка. Старинная коллекционная большая медовая ложка с пословицей «Пословица серебро 84 проба серебряная АМУ» по фальшивым клеймам и очередному ребусу старорусским шрифтом однозначно ложкой атрибутируется как фальшивка. Надпись «Без соли, без хлеба половина обеда» только угадывается. Мне не удалось расшифровать логику, с которой автор надписи подбирал буквы для текста. Вероятно, атрибутировать фальшивки как подлинники помогает лавкавку полученный за 12 дней диплом профессионального оценщика антиквариата – а впитанные на уроках знания позволяют подбирать из неведомых символов тексты для фуфлариата. Пока снимал ролик, пришла претензия от руководителя этой учебной академии об использовании личной фотографии. На вашей странице в социальной сети ВКонтакте я обнаружил использование вами моей фотографии. В ваших публикациях без моего согласия на размещение моей фотографии. Информирую вас о том, что размещение любого изображения гражданина без его согласия является незаконным, на что указано в статье Гражданского кодекса. Поясняю для малограмотного академика. «Публикация ваших фотографий на моих ресурсах является цитированием публичных страниц с вашим изображением. В то же время, во избежание каких-либо формальных претензий со стороны фуфлориатчиков и их подельников, я заклеил узнаваемое изображение автора текста». Во время подробного знакомства с лотами Лавкавка у меня появилось мнение, что администратор мешка в доле с Лавкавком именно поэтому позволяет ему безнаказанно торговать фальшивками и запрещенными к продаже археологическими ценностями. Современный рынок антиквариата переполнен подделками, а знания позволяют сохранить финансовые средства и уберегают отделок с обитателями поля чудес. Продолжение. Se lê doido, vida de nego é difícil. É difícil, vida de nego é difícil. É difícil. Eu quero morrer de noite, tocar e me matar. Eu quero morrer de açoite. Se tu me vida de nego é difícil. É difícil, vida de nego é difícil.